Привет, мой маленький любитель экстремизма. Влог уже начинается. У меня в руках сертификат на 7000 рублей. Это для победителей. Сейчас мы поедем прямо на контест. С нами сегодня ребята. Раз ребенок, два ребенка. И третий — это Миша. Вы, конечно же, знаете Мишу, потому что Миша — приятного аппетита. Ну, надеюсь, все помнят этот момент. Все, погружаемся. Кстати, не забывайте о промокоде. Ссылка, если что, в описании. Все, вот все автоматически меняю каждый месяц. Вы и так все прекрасно помните. Погнали. У меня два огромных куска пиццы. Это я. Я жду в пиждаках, типа. Я не знаю, это типа пиждак, шинель, не его. А я его знаю. Ягуарчики. Самый конченый энергетик, но, кстати, прикольный. Мне вот лайм нравится. Покажи плакат. Стоит Машев. И я такой: выпускник. Оценку молодому. Первый класс. Облился уже. О, я, кстати, школу гонял в Дикисах со стрелками. И у нас, типа, это считалось школьной формой. Просто так, к слову скажу. Похоже, не? Похоже. В комментариях напишите. Да, кстати. На самом деле приятно побывать на таком контесте вместе с организаторами. То есть не как, типа, тупой школьник, а как продвинутый тупой школьник. Нет, ты должен твой рост. Мой рост? Ты дотянулся. Так, что я должен сделать? Заправить под ковер прямо? Да. Говно вопрос. Мне сказали приходить в мерче и по теме. А? А? Да. Здорово. Я сегодня сидел Демину рубашку. Мне кажется, выглядит вообще прям. Я просто зашел, посмотрел, посмотри просто на всех ребят. Черно-белый, черно-белый. Я такой: гай! Бля, стильный. Я делаю сегодня трюки. Хочу выиграть первое место. Гай, всем спасибо. Подписались на мой канал. Это мой бро Дема. Мы сегодня едем к нему на ночевку пить пиво. Ладно, шучу, конечно. Это нахуй, у меня мама. Ты был на Редспринге? Ночевка, блядь, уже здесь. Мы на Редспринг поехали, набухались водки, блядь. Я пошли хочу пить вообще. Здорово, брат. На деловом. Россия! Россия! Много видеоблогов. Блядь, заебали. Я... Вот, забил. 12. Да, я в 12 лет закончил. Да ты лет. Чувак, смотрите, как он завязал. Смотрите, как я завязал. Смотри, блядь. Смотри, бать. Made in Italy, понял, нахуй? У меня тоже итальян заебал, блядь. Гольчи Бадана, блядь, купил себе на Алиэкспрессе, сука. Я иду, все мешаю чисто. Пацаны, блядь, лайки!
Вы в прямом эфире, кстати. И не вы во влоге. Это наоборот. Большое спасибо. Бля, это такой угар просто. Блин, на самом деле здесь очень динамично. Здесь атмосферно, но пока два спота, ну типа два места. Да, у него рубаха, видал какая? Чуваки, короче, хватит, здравствуйте. Это что, видеоблог? Половина чуваков приехала просто покататься на самокате на халяву. Пацаны, стой! Вы держитесь неправильно, во-первых. Ага, ну как? Вот так, да? Блядь, раз, два, три, погнали. Серёг, на себя сбил. Чего с рукой? Что за блогер? Там, ну вообще палец. Пиппер делал. Любые мероприятия или просто в парке снимают. Печально, выздоравливай. Вот это вот перила, вот говно кусок. На ней? Говно перила. Пацаны, кстати, шкурку покупать надо. Зацените, даже савана не гоняет. Я бы не... Это хлеб? Нет! Грибки! Нахуй меня снимают? А, блядь? Друг-то пацаны, блядь. Давай, держи.
Катались вверх, сейчас катаются вниз, но, блядь, мне так не хочется это снимать, это все такое однотипное. Крюки уже похожи друг на друга, и это скучно, реально. Блядь! Что случилось? На самом деле у меня просто перегрузки от того, что я ночью катаюсь, я никогда не катался. У меня, короче, просто кровь в нос пошла, одна капля буквально. Я такой, да похуй, что, блядь, если одна капля, то, блядь, сделаю, блядь, что это за хуйня? Понимаю, кстати, у меня в Сабаве точно так же было в прошлый раз. Я уже слышу, у меня голос сорвался, что странно. Кстати, вы, наверное, его помните по видосу с Линдой и не только. Да не, он, короче, он снимался в обзоре Линды. И, по-моему, еще один видос был с ним, насколько я помню. Anyway. Ну, вроде так, что-то был, но это такой кринж говорит. Бля, всем похуй, я не лучше был. Я не лучше был. Да, мы просто разговариваем. А хули нет. Там уже контесты, все дела. Короче, мы нашли 6 пицц. Такие средние пиццы, типа 6 средних пицц за 1800 рублей. Я себе сразу 2 взял, типа 800 грамм нахуй. Смотри, 100 рублей кусок пиццы. Это сейчас вообще прикольно. Я заказал себе 2 пиццы. 1,5 я схаваю, и у меня стоит 4 куска на продажу. То есть, по факту, я могу больше, чем половину пиццы просто окупить. То есть, половину стоимости. Там чуваки в Game of Scoot, короче, играют. Я даже это снимать не буду, мне абсолютно лень. Да, тут что-то конец начался, я такой, блядь, что-то лень мне продавать, я очень... Пусть доедает. Все. Всем спасибо, всем пока.